и Советского Союза удавалось сохранять равновесие. Однако на 63-й минуте, вы видите этот момент, защитник не угадал замысел соперников, и Лимпер мощным ударом завершил красивую комбинацию. А затем было забито еще три мяча, и все футболистами Швеции. Ошибка Чевадзе позволила шведам удачно вывести на удар Магнуссона, и счет стал 2-0. Вскоре мяч побывал в воротах и шведской сборной. Навесная передача Раца, посмотрите, и Белана в своем стиле устремляется к воротам. И тут, желая изменить развитие событий, Равель перехитрил своего вратаря. Ну а в скором времени вновь неточные действия уже у своих ворот были наказаны. Второй мяч на счету Магнуссона, 3-1 в пользу шведской сборной.